И начнем выпуск с резонансного сообщения. В Белгороде-Днестровском драматичные события. Там мужчина взял в заложники двух женщин, а в третью стрелял. В полицию обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что беспредел творит ее отец, а его заложники – ее мать и сестра. На место сразу же выехала оперативно-следственная группа. Правоохранителям удалось установить, что имеет место банальная семейная ссора. Возникла она из-за денег. Поначалу полицейские пошли на переговоры с неадекватным мужчиной, но затем оказалось, что он выпил, находится в невменяемом состоянии, да еще и начал стрелять из окна по полицейским и своей дочери. Спецоперацией по задержанию дебошира руководил лично начальник областной полиции Дмитрий Головин. На месте происшествия было принято решение о развертывании оперативного штаба и проведении специальной полицейской операции. Ввиду того, что мужчина не шел на контакты с переговорщиками, продолжал производить стрельбу в сторону полицейских, было принято решение о силовом штурме. В результате злоумышленник задержан, заложники освобождены, никто из заложников не пострадал. У злоумышленника было обнаружено и изъято пятизарядное ружье, револьвер, а также так называемые коктейли Молотова. Дом нарушителя спокойствия брали штурмом, на месте развернули целый оперативный штаб. Инцидент расследуют сразу по трем статьям: покушение на преступление, умышленное убийство и сопротивление полиции.